В очередной серии Костя и Ася привозят Толика в склеп. Увидев Толика, Нина немедленно звонит Павловой, не зная, что Олейников-старший рядом. Ханина обнаруживает у Кристины в сумке конверт с деньгами и переписку с Ольгой. Припертая к стенке Кристина вынуждена все рассказать матери. Ханина немедленно звонит Ольге. Ольге, в свою очередь, приходится пережить непростой разговор с Куликовым. Узнав о том, что случилось с Толиком вечером, Олейников приходит в бешенство и разбирается с обидчиками по-своему.